И снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Liberation. В прошлой серии мы занимались нечестными конкурентами, с коими разобрались весьма жестоким образом. В этой серии я хочу посмотреть, что за контракты там. Контракты на убийство, что ли? Если это контракты на убийство, то весьма интересная вещь. Мне они нравились во всех частях Assassin's Creed. За кадром я поменял одежку, разблокировал все лавки, оружейные и портняжные. Так, там у нас парнишка с монеткой. Почему они называют поколотить грабителей, чтобы получить монеты? Я же реально его просто придушил, как собаку. Написали бы «придушите». Так, что за контракты здесь? Запоздалая справедливость. Убить нового вражеского рекрута. Письмо. Приветствую тебя, ученица. У меня важные вести. В Новый Орлеан прибыл очень известный преступник. Он хочет присоединиться к нашим врагам. Ему обещали защиту и спокойную жизнь под чужим именем. Выдавая себя за дворянина, он уже готов выполнить их приказы. Мы должны его остановить. Это от нашего наставника, да, видимо, задание. Ты кто? Кладбищенский сторож? Так, надо убить его скрытым клинком. Так, наш корабль прибыл в Гавану только что. Видимо, сейчас поступят денежки. А на счет. И где-то здесь должна гулять наша цель. Вон она. Как будто и ничего и не бывало. Даже надо не оглядываться, просто уходить оттуда. Да, контракт на убийство интересно, конечно. Ну, надо было как-нибудь замутить там, чтобы к нему было трудно подобраться. Еще есть контракты, кстати. Это радует. Всегда забываю, как зовут этого наставника. Как-то на букву «Э». Как и гражданина «Э». С гражданином «Э» тоже так не все понятно. Кто он такой? Видимо, он как-то вторгается к нам из Анимуса. Да, блин, так кладбище огородили. Как будто это не кладбище, а какая-то запретная зона. Осведомитель, не допустите обмена информацией. Нам представился новый шанс навредить врагу. Наш агент должен вот-вот доставить важные документы. Обмен будет происходить в Новом Орлеане. Разберись с его участниками по-тихому. Способ выбери сама. Окей. Уничтожьте обе цели одновременно.
Офигеть. Может быть, либо скрытыми клинками, либо, ну, не знаю, ядом. Наверняка сейчас еще придется искать цели. То есть не все просто так. Нам выдадут какую-то зону поиска. Где старая женщина? Ну да, действительно, зона поиска. Всегда забываю, что на площади у нас. Так, вот они, голубчики. Ну просто подойти их тупо и убить, что ли? Они так-то никуда не двигаются. Одновременно? Как я мог их убить одновременно? Взорвав только что-нибудь. Так, давайте попользуемся бомбами. Все, отстали, лохи. Так, кстати, мы около нашей базы. Что-то деньги не поступают нам с Юпитера. Интересно, и у меня осталось 800 монет, без малого. Смогу ли я на эти деньги что-нибудь закупить? А что будет, если денег вообще не останется? Так, в Севилье у нас целых два корабля. Скажем, Александр. Да, покупай сталь. Блин, только 10. На 10 можем загрузить его. Ну ладно. И отправим тебя в Кампече. Получим 1360. Копейки, ё-моё. Нет, подожди. Севилья у нас еще изобилие, да? Одна минута ему что-то совать. В Кампече. Юпитер ждет 22 секунды. А в Севилье минуту целую. Ну, давайте подождем. Правда, у меня 194 монеты. Так, вот теперь у нас 17 тысяч. Замечательно. Надо было подождать, действительно, и отправить Александр с полным трюмом. Так, отправляем сахар в Севилью. 13 тысяч получим с этого. И в Севилье у нас еще тусует... Изобилие. 10 секунд осталось. В принципе, можем еще один корабль купить. Сейчас загрузим изобилие. Металлом, наверное, тоже. Товаропокупка. Ну, единственное, что можно возить из Севильи, это металл. И отправим его в Кампеч, да? Так, теперь Юпитер у нас в пути. Новый Орлеан. Давайте купим корабль. Также Барк, наверное, возьмем за 8000.
Гибралтар будет называться у нас корабль. Купим... Давайте для разнообразия хлопок, что ли. Так. Отправляем его... Ну... Здесь сколько? Блин, не вижу из-за этого корабля. 620, да? Ну, сам Бог велел сюда его отправлять. 7000 еще. Ну ладно, оставим 7000 на новый корабль. Интересно, контракты у нас еще остались там? Давайте посмотрим. Да, смотри-ка, еще есть. Хочу контракты. Все-таки с теми не очень было понятно, как можно было бы их убить одновременно. Вроде у меня двойной клинок. Почему я сразу двоих не убил? Да, блин, слезь ты. Да ладно, хватает нагнетать, меня уже никто не преследует. Подкупить глашатая, что ли? Ну ладно, пока не будем. Бонжур, месье. Бесплатная доставка. Вычислить вражеского агента. Письмо. Курьер должен доставить вражескому агенту кое-какой товар. Выследи его и избавься от врага. Окей. Между тем, Авелина со своим наставником немного повздорили. Они не разделяют общего мнения борьбы с рабством. То есть ее наставник... Ой, извиняюсь. Весьма кровожадным способом решает проблемы. Авелина немного гуманна. Но хотя, стоит ли нам говорить о гуманности, раз мы убиваем людей направо и налево. Хотя, может быть, те этого заслуживают. Давай уж тогда по крышам. Я не могу уже идти... по земле, потому что тупо она не хочет этого делать. Тупик. Так, и надо вычислить, да, этого курьера. И, как всегда, слежка. Да, блин, вот ты... Что ты здесь стоишь, а? Уставилась еще на меня. Вообще, я думаю, надо следить, по крышам ходить.
Еще и удаляться нельзя, блин, от цели. Убить тамплиера. Интересно. Ого, сейчас будет стрелять. Надо валить. Так, все, ушли. Еще хочу. Еще есть. Просто завален я предложениями по контракту. По контрактам на убийство. Не знаю, как выгоднее по поводу экономики отсылать корабли в ближайшие города, которые там, ну, буквально там за минуту, за две будут приносить прибыли. Но это надо каждый раз забегать в склад, ну, на базу и таким образом этим заниматься. Ну, здесь наиболее подходит, наверное, тот случай, когда нам надо просто в Севилью отправлять. Чем дальше, тем дороже. По законам здравого смысла. Безопасный путь. Защитить контрабандиста. Приветствую, ученица. Мне сообщили, что одного из контрабандистов ждет засада. Страж нападет, едва он покинет город. Останови их. Выполни свой приказ. Они не должны... выполнить свой приказ они не должны. Окей, погнали. Сегодня мы убийца. Так, мы должны встретиться с этим контрабандистом, в общем-то, да, получается. Он ждет нас оттуда, а мы здесь. Выполните задание за 2 минуты. Куда тебя вести? Правильно, так, а что они мешаются? Так, контрабандисту тоже неплохо так настучали по ушам. Давай-ка мы с тобой вот так обойдем. А ты можешь лазить, контрабандист? Блин, он не может лазить, лошара. Ух ты. Stand back. Stay on her trail. Qu'est-ce qui vous prend? Так. Тебя. Смотри-ка, там по стрелушке вы устраиваете, что ли?
Готов. Где ты там? Ой, как вы надоели мне, господя. А, он там дерется с кем-то? Все, пошли быстрее. Уже за 2 минуты мы твое задание не можем выполнить. Насквозь просто. Так, все, и пошел дальше в город, да? Вот ты дебил, я тебя из города только что вытаскивал. Смотри, сколько людей перебил ради тебя, придурок. Да кто там? Ты зараза, а, какой? А вот так-то ты не ждал? А прилетело все-таки. Да, у нас, кстати, там есть особнячок, помните, в котором мы были в наряде госпожи? Вот, я думаю, его навестить. Там были страницы Жанны. Страницы дневника. Разыскиваемость по максимуму, поэтому будем убивать всех нещадно. Если вдруг кто-то будет домогаться. Настолько она легкая девушка, что лазит и вполне может зацепиться за цветочный горшок. Так, здесь что-нибудь еще есть у нас? Вроде нет. Но контракты все еще есть. Блин, быстрое перемещение было бы в эту точку. Успеем вроде еще один контракт сделать. Да ладно, отдыхай уже. Не хочется с тобой связываться тупо. Блин, ну музыку хоть бы оставили, под нее хоть приятно бегать. Я хотел бы, чтобы в руках у Авелины было, допустим, в одной руке мачете, в другой руке топорик. Вот это было бы действительно круто. Но все оружия у нее только в левом слоте, а дополнительные какие-то инструменты в правом. Так, давайте уменьшим на всякий случай свою известность, потому что, может быть, нам надо скрытно будет что-то делать сейчас. Где он? Да, блин.
А того дальнего, дальнего хочу. Не могу, что ли, убить его уже? Да ты просто красавчик. Сделай так, чтобы никто ничего не знал. Блин, урод. Уже спалил. Здесь, как мы знаем, глухой забор, поэтому просто его перемахнем. Вражеские курьеры вот-вот покинут город. У них будут донесения о действиях темплиеров о Новом Орлеане. Если эти документы бесследно исчезнут, враг не сможет активно действовать в этих краях. Отлично. Так, думаю, возьмем, давайте, топорик, пистолет. Походу, опять надо цель будет обнаруживать, не все так просто будет. Вот, ну, захотела она подняться на крышу и поверху побежать. Я ничего не мог сделать. Как бы я ни направлял ее... По земле бегать. Блин, я прям на площади, да? Где полно солдат. Так, вот моя цель. Мне его грохнуть. Та-дам. Скрытый клинок. Блин, он так ходит прям между солдатами, а? А эти придурки вообще пост покинули свой. Как-то вот так, наверное. И стоило это того, я всего лишь хотел забрать вещицу, которая мне принадлежит. Так, подожди, это не единственная цель моя. Тут у нас еще есть одна цель.
Я бы даже сказал, целечка. Это, как всегда, много солдат здесь. Блин, глухая стена. Вот моя цель. Главное сделать так. Голубиная охота. Охренеть, я полгорода перебил. Чёртовой матери. Ну что ж, давайте на этой веселой ноте, относительно веселой, ну, для нас веселой, для них не очень, закончим очередную серию. Продолжим уже в следующей. Всем желаю всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх и комментируйте. Пока.